нас не звучнее ничего, ничего. И ласкал бы ее, целовал бы ее, я всегда, мне ли ее разлюбить, мне ли ее позабыть, никогда, никогда. Друг любезный, как давно я тебя не видал? Где ты пропадал? Какой ты розовый, веселый. Я тебя 2 года не видел. Ты не кончил курса? Не кончил. Отчего же? Ну, так вот, не кончил ты и все тут. А, впрочем, я занимаюсь. Много занимаюсь. А так вот, ну, некогда было. Я буду держать на кандидата. Впрочем, я все еще успею. Ах, воздух какой, а? Что за нега? А жаль, что ты бросил университет. Да. Я догоню. Стоит только заняться. Стихи пишу от скуки. Недурно выходит. Ну, а что же ты думаешь с собой делать? Выдержу на кандидата. Поеду в Петербург, поступлю на службу. Так, приятно пожить на свободе. Свобода свободой. А все же нужно делать что-нибудь. Без этого нельзя. Разумеется. Я займусь делом. А теперь у меня голова занята. Чем же это? Ну, как бы тебе сказать, ну, одним словом, я влюблен без памяти. Вот как? Ну что же, и счастливо. Да, конечно. О, брат, твоя жизнь завидна. Да, именно мне можно позавидовать. Дня через 2 и свадьба. Так скоро? А чего ждать? Ну да, чего ждать? По-моему, сперва нужно доучиться. Да потом себе определенное положение найти. А главное-то, нужно средства иметь. У меня средства есть. А позволь спросить, какие? Свой домик есть, 1007 денег. А долго ли их прожить, ничего-то не приобретая? За женой возьму. Тесть обещал 6000. А по-моему, нет ничего лучше, как жить на свои трудовые. Ну, конечно. Я буду трудиться, буду служить. А много ли ты получишь, не кончата курса, не имея чина? 100-200 рублей, не больше. А заведутся дети. Станет нужда-то подталкивать. Сделаешься неразборчив в средствах. Руку крючком согнешь. Ох, скверно. Какие мрачные картины. Во всяком случае, я уже решился. Что сделано, того не воротишь. Прощай, Погуляев. Прощай. Ну, прощай, Весельников. Желаю тебе счастья. Погуляй. Хочешь, я тебе покажу мою невесту? Покажи. Пойдем. Вон она идет со своим семейством. А еще-то с ними кто же? Ой, это все простые, милейшие люди. Пойдем. Посмотрите, посмотрите, что за картина. Солнце склоняется к западу. Мирные поселяне возвращаются в свои хижины. И свирель пастуха. Про какую они там свирель говорят? Никакой же свирели не слышно. Но это надо ему извинить. Он человек отличный. Люди семинарского образования склонны к риторике. Отчего же оно к западу? Разве уж ему такой предел положен? Известное дело предел, а то еще что же. А как в чужих землях? Там тоже солнце на запад садится? Наверное, это сказать трудно, потому что во многих землях, где у нас запад, там у них восток приходится. Хорошо побывать в разных землях, чтобы узнать, как у них там, как там солнце садится, как другое что. Все это суемудрие, мечта. Мы на этом свете все одно, что в гостинице.
Там уж где ни живи, все один конец. Семейный человек живи в своей семье, потому он глава. Куда я, семейный человек, поеду? Конечно, кто праздношатающий. Или вот по службе. Пошлют, пойдешь. Про службу что говорить? Служба особь, Татьяна. Да. Если ты по службе куда идешь, значит, твое должное. Да какой тут разговор? Нам везде свой дом. И опять же, ваша пешая служба, супротив морской, много легче. Вы то возьмите. Другой раз пошлют с кораблем-то отыскивать, где конец свету. Ну и плывут. Видят моря такие, совсем неведомые. Морские чудища круг корабля поднимаются, дорогу загораживают, опят разными голосами. Птица сирен поет. И нет такой души на корабле, говорят, которая бы не ужасалась от страха. В онемение даже приходят. Что они говорят? Добрые люди, друг мой, добрые. Ты кричку-то оставь. Пойдем к ним, я тебя познакомлю. Ты подожди, подожди, я тебя познакомлю. Вот извини, где ты запропал? Посмотри, невеста уже плачет, что давно не видал. Да что вы, тятенька. Даже совсем напротив. А ты, дура, нарочно заплачь, чтобы ему было чувствительнее. Позволь вас познакомить с моим товарищем. Оно, конечно, без товарищев нельзя. Только уж женатому-то надо будет от них отставать. Потому от них добра мало. Как ваше имя, отчество? Антон Антонович Погуляев. Так-с. Состояние имеете? Нет. Плохо. Значит, вы моему зятю не компания. Но это все равно. Мы с ним с детства друзья. Погулять бы теперь. Нет уж, брат, мы нагулялись. Гуляйте вот с женой, с дочерью. А мы пойдем посидим, отдохнем. Еще гулять. Я и так ноги отходила. А вы сядьте, маменька, на лавочку, мы подле вас будем. Скажите, вы очень любите своего жениха? Что же вы мне не отвечаете? А ты скажи, столько вам люблю? Сколько мне следует. А как же я могу про свои чувства говорить посторонним? Я их могу выражать только для одного своего жениха. Какова скромность, а? Только вы про любовь напрасно. Она ничего этого понимать не может. Потому было мое такое воспитание. А как же замуж выходить без любви? Разве можно? Так как было согласие мое, и родители ее, вот и выходит, вот. Вы чем изволите заниматься? А может, вы это в насмешку спрашиваете? Как же я смею в насмешку? Нынче все стараются как бы на смех поднять, хоть не говори ни с кем. Ну, обыкновенно чем барышни занимаются-то? Я вышиванием занимаюсь. А что же вы вышиваете? А то, что на узоре нарисовано. Два голубя. А еще чем? Неужели только одним вышиванием? Ой. Маменька, ну что мне ему еще говорить? Я не знаю. Что ты пристал в самом деле? Действительно сконфузить можно? Я и не думал конфузить. Я сам всегда конфужусь. Благодарю вас. А вы к нам будете с Кириллом Филипповичем приходить? Или так только? Если позволить. Придем непременно. Завтра же. О, а мы будем в фанты играть? Да, приходите с девушками поиграть. А то у нас молодых парней мало. Молодцов зовем. Так они при хозяевах-то не смеют. Да я в фанты играть не умею. О, мы выучим. В фантах-то можно с девушками целоваться. Да, у нас запросто.
какая простота, а? Какая невинность. Ну, пойдем, Глаша. Пойдемте, маменька. Ну, прощайте, маменька. Так вам завтра часов с 5. Прощайте. Так вы приходите завтра. Не обманите-то. У меня подруга есть, она очень хороша собой, у нее теперь никого нет в предмете, так я вас завтра познакомлю, только чтоб секрет. О, да вы смелее, не конфузьтесь. Ты приятель-то приводи. Хорошо, маменька, придем вместе. Что скажешь, а? Да это же черт знает, что такое. Это же безобразие в высшей степени. Но тебе потому кажется безобразием, что ты совсем отвык от семейной жизни. Да какая же это семейная жизнь? Это же невежество и больше ничего. Это так вдруг, тебе показалось. А ты вглядись хорошенько. Да не вглядеться, а втянуться нужно. Я понимаю, что можно втянуться, только ведь уж потом не вылезешь. А. Если уж тебе пришла охота жениться, так бери девушку, хотя не богатую, но только из образованного семейства. Ведь невежество — это же болото, которое засосет тебя. Ну, ты же человек не твердый. Хоть на карачках ползи, хоть царапайся, но старайся попасть наверх, а то свалишься в пучину, и она проглотит тебя. Что за фантазия, да? Послушай, вот тебе мой совет. Загуляй лучше. Может, ты позабудешь об невесте. Либо приедешь туда пьяным, и тебя прогонят, откажут тебе. Это еще может тебя спасти. Напьешься, проспишься, а женишься — уж не воротишь. Ну, что ты мне не говори, я уже решился. Дело кончено, прощай. Прощай. Я первый буду рад, если мои слова не сбудутся. Убери, дочь-то. Что она здесь толчется? Нет у них детской, что ли? И так уж все уши прожужжали. А тут того гляди, гости приедут. Так твои же дети-то. Ну так и что, что мои? Ну, так нянчайся с ними. Вот это на что. У меня ведь есть дела-то поважнее. А я твоих важных делов-то знать не хочу. Пойдем. Пойдем, я тебя отведу. Пойдем. А ты не смей детей обижать, вот что. Да кто их обижает? Лизонька, плюнь на отца. Вот, скажи, папка дурак. Папка дурак. Что ты это? Чему ты ее учишь? Так дурак и есть. Ты как об детях-то понимаешь, ангельские душки или нет? Ну так что ж. Ну и знать, что ты дурак. Заплачь, Лиза. Вот так вот, громче плачь, душенька, громче. Вот, пусть все слышат, как отец над вами тиранствует. Да вы мои тираны, вы! Ну, кричи, ну. Еще шепче, кричи, чтоб все соседи услыхали. Вот, коли стыда в тебе нет. Ничего, ты погоди, я тебе припомню. Пойдем, Лиза.
Ну чего ты не идешь, мерзкая девчонка? Сейчас примусь тебя колотить. Это ангельскую тадушку. А тебе какое дело? Моя дочь. Я ее выходила, а не ты. Вот назло тебе сейчас прибью, детская, вот так и знай. Вот. Ишь ты, какая взбалмошная. Ой. Ой, дела, 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 дела. В саду ли в огороде девушка гуляла? Обидел жену, а сам песни поет. Ну, хорош муж. Она ростом не величка, лицом круглоличка. Да что это ты? Насмех, что ли? Аж ты какую моду выдумал? Мне только и осталось. Либо взвыть от вас голосом, либо песни петь. Ну, а мне что делать-то? Вот я нынче именинница, а ты мне что подаришь-то? А где деньги-то? А мне какое дело? А зачем ты брал меня из богатого дома, коли у тебя денег нет? Да я ж к такой жизни не привыкла. У меня деньги были. Твой же отец и взял. Ну и преотлично сделал. Отдай тебе деньги-то, так ты, пожалуй, и жену-то бросишь. А где там бросишь, когда он пятеро детей? Вот ты говоришь, что ты из богатого дома. А много ли за тобой дали? Ведь обещали 6000. Много ли дали? Ты за счастье считаешь, что я за тебя пошла-то. С тысячами я бы в 10 раз лучше, чем ты нашла. Какой полковник за меня сватался. О, как я была влюблена до самой страсти. Не отдали от того, что в карты очень играет. Зачем же ты шла за меня? Отдали, так и пошла. Известно, глупа была. Тятенька думал, что ты деловой, что ты себе на прожитие достанешь. Да где же я достану? Да ну что же мне, воровать, что ли? А мне какое дело? Я и говорить-то с тобой не хочу. Вот при гостях нарочно буду от тебя отворачиваться. Пускай тятенька с маменькой посмотрит. Ну вот уж этого, пожалуйста, не делай. Тебе не нравится, да? Нарочно буду. Глаша. Нарочно. Глаша, ну что хорошего? Ну, ведь разговор пойдет. Ну так проси прощения. Ну прости меня. Ручку целуй. И впредь не смей со мной спорить никогда. Слышишь ты? Не буду, ну не буду, не буду, не буду. Да ну. Ты помнишь, что я в 1000 раз тебя умнее и больше тебя все понимаю. Мной только дом-то и держится. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Ну-ка. А где маменька? Известно, где в детской. Где же маменька-то быть? Пусть хоть детей нянчит, все ж недаром хлеб-то ест. Ну, как же даром? Ведь мы в ее доме живем-то. Ну вот, опять с тобой ругаться надо. Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты дом-то на мое имя переписал. Для матери все. А для жены так ничего. Да что все-то? Дом-то ведь ее собственный. Ну и что? Ну и что, что ее? Ведь вот я ей свои старые платья дарю. Вот не жалею для нее, а ты вот не хочешь этого чувствовать, точно как я обязан. Ну, Глаша, Глаша. Ай, да молчи ты. Не расстраивай ты меня. Приехали. О, тятенька с маменькой приехали. И зачем это я связала с тобой говорить? Очень интересно мне твои глупости слушать. Маменька, ну, маменька. Вчера мои серьги заложил. Здравствуй, Кирюша. С именинницей. Рад ли гостям-то? Здрасте, папенька. Здрасте, маменька.
Ну как же, помилуйте, вас также с именинницей. Ах, да простота, простота. Любишь жену-то? Да как, папенька, не любить? Люби, Кирюша, люби. Ну, поцелуй ее. Сейчас поцелуй, чтоб я видел. Вот так. Вот теперь вижу, что любишь. Да, любит он ее, как же. Целовать-то всякой сумеет. Ты спроси, куда он ее серьги дел? Какие серьги? Наши серьги, что мы дали за ней. Заложил ведь. Ты уж до Жениного приданого добрался. Выкупи. С себя хоть все заложи, а приданое не смей трогать. При первых деньгах, папенька, выкуплю. Эх, зятек, я думал, из тебя барин выйдет, а вышел-то грязь. За что же, папенька? А за то же, ничего для семейства не стараешься. И сюда. Ты в каком суде служишь? Кто у тебя просители? Купцы. То так, купцы. Стало быть, их грабить надо. Потому не попадайся, не заводи делов. А завел дела, так платись. Я тебе говорю, я сам купец. Я попадусь, и с меня тяни. Боишься, что ругаться станут, так ты этого не бойся. Потому кому надо в суд идти, тот деньги готовит. Ты не возьмешь, другой с него возьмет. Ну, охота вам, дяденька, с ним слова-то терять. Молчи, молчи, Глаша. Может, Бог даст, он и в разум войдет. Откроется в нем такое понятие, что отец его добро учит. Ты слушай, Кирюш, слушай. Это тебе на пользу. Да и жить-то совсем надо не так. Ты сразу поставь себя барином. Тогда тебе и честь другая. И доход другой. Заломил ты много с купца, он упирается. Так ты его позови домой, угости хорошенько. Выйдет жена в шелку, да в бархате. Он сейчас и догадается, что тебе мало взять нельзя. Да и не жаль ему дать-то будет, потому он видит, что надела. Я, тятенька, не так был воспитан. Ну, знаете ли, как-то совестно. Как подумаешь, что хорошего? Грабителем будут звать. Грабителем? А тебе что за дело? Пущай зовут. А ты для семьи живи. Что удалось схватить, и тащи домой. Наполняй, да укрывай свою хижину. По крайней мере, ты душой покоен, у тебя семья сыта. А теперь ты что? Мотаешься на белом свете бестолку, да Женина приданое закладываешь? Женина приданое, слышишь ты? Маменька, ну вот как мне не было. Молчи, молчи, Глаш, молчи. Ты запомни, что отец говорит. Маменька, я все помню, да ведь только... Да где помнить? Ты вон по лицу-то такой растерянный. Ой. А вот ты в суд пойдешь, да дорогой-то едет, тверди. Да что твердить-то? Тебе даже смешно. Понятия у меня, маменька, другие. Какие же это могут быть понятия? Что Женины серьги закладывать? Дурак ты, братец, никаких у тебя понятий нет. Как бы у тебя такие понятия были, так ты бы не женился, да не развел семьи. Что ты нас обманываешь? Ты разве не брал бы? Не умеешь? Вот что надо сказать. Я сам вижу теперь, что я ничем не лучше других. А ведь мне-то хотелось быть лучше. Ну, мало ли что хотелось. Как вспомню я свои старые-то понятия, так меня вдруг словно как варом обдаст. Нет, стыдно мне взятки брать. Конечно, стыдно брать по мелочи, да с кислой рожей. Вот и ты милость у него спрашиваешь, а ты бери с гордым видом, да помногу. Так ничего тебе не стыдно будет. И что за стыд такой? Берут взятки. Значит, такое заведение, так истори пошло. Ни у кого об этом сумления нет. Это ты только по своей глупости сумлеваешься. Что ты говоришь, что толкуешь? Стыдно. Я ж тебе не говорю. Возьми дубину, да на большую дорогу иди. Ты подумай хорошенько, да брось свой стыд-то. Да, и то, папенька, надо бросить. Гости приехали, офицер да барин. Это Лупыч с Ионой Ионычем. Ну, скажи маменьке, чтоб чай разливала. Да не очень там с ней копайтесь, а то ведь вас не дождешься. Пожалуйста, пожалуйста, гости дорогие, милости просим.
С ангелом. Покорно вас благодарим. С именинницей. Покорно благодарим. С ангелом. Многое лето, многое лето, многое, многое лето. Покорно вас благодарю. Садитесь, приятели, садитесь. Спасибо. 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 Среди долины ровной, на гладкой высоте, цветет, растет высокий дух могучей красоты. Цветет, растет высокий дух могучей красоте. А теперь бы карточки. Сразиться не мешает. Есть, что ли, карты какие-нибудь старенькие? А коли нет, так к нам послать. Есть, есть, папенька, есть, есть. Вот. Но. Пожалуйста, играйте, пожалуйста. Так. Ну что вы там, провалились чаем-то? Ждешь вас, не дождешься. Не торпись, матушка, поспеешь. Ай, топчетесь только в доме, а толку-то ведь нет. Потише, не кричи, нехорошо при людях-то. Здравствуйте, сватюшка. Здравствуйте, матушка. Кирюша, бери чай. Пожалуйста. Гости дорогие. А, старушка Божья. На свет выползла. Погоди, мы тебе жениха найдем. Да вот, Иоанн Иоаннович холост гуляет. И на том спасибо. На здоровье. Кирюша, совсем забыла. Тебя какой-то человек спрашивает. Знаешь, что приятель твой и видала его. А вот как звать, забыла. Пойди. Кого там еще к тебе принесло-то? Если кто из ваших служащих, ты помни, ему с моим тятенькой не компания. Уж очень у меня муж непризнательный. Что так? Да ну вот, видимо, и дело, что он глупее меня, а признаться никак не хочет. Гостя, гостя! Гостя веду, гостя веду! Ой, это ты уж очень обрадовался. 6 лет не видались. Вот. Ты поздравь жену-то, братец. Она у меня сегодня именинница. А? Честь имею вас поздравить. Покорно вас благодарим. Только мы нынче чужих-то не ждали, промеж своих хотели время провести. Ну, пойдем сядем, сядем, потолкуем. Пойдем, пойдем, пойдем. Сядем, брат, потолкуем, сядем. Яра, ну, как ты живешь? Семья велика? Порядочная. 3 детей теперь в живых, да... Твоих, слава богу, схоронил. Как слава богу? Разве тебе их не жаль? Уж мне, брат, тягостно. Ну, ты служишь? Ну, какая моя служба? О, не способен оказался, совсем не способен. И туда совался, и сюда. И в надворном служил, и в сиротском, теперь в магистрате. А жалования много ли? Ну, у нас не жалования служат. Мы по трудам и заслугам получаем. Нынче мне 3,5 в месяц положили. С дома получаю 100 рублей. Кабы не дележка, так нечем было бы и жить. Какая дележка? Да, по субботам столначальник делит доходы с просителей. Но я посмирнее, так обделяют. Вот как. Проходимец какой-нибудь вижу, насквозь его вижу. Мошенник. Ну что же это? Все те же гуси-то. Да, мы так вот своим кружком. Смирненько, ладненько, и слава богу. Ну, а деньги твои? Тише. 1000-2 поначалу прожил. Остальные утесть. А чего же тише?
Что, не отдает или процентов не платит? Да нет, нет, не то чтобы совсем, ну, а как так, ну, все, ну, туго, знаешь, так, с большим трудом. Вот дом наш себя в залоге представил, он мне за это 50 рублей заплатил, а нельзя отказать, родня. Ну. Ох уж это родня. Надо быть, от семьи отбивает. Гляди, он его в трактир уведет да напоит. А ты как? Да я тоже, брат, плохо. И без денег, и без места. Ай-яй-яй. Говорю, что мошенник. Теперь уроков ищу. За границей был 3 года. О, вон куда пошло. А что ж, хорошо за границей-то? Еще бы. И жить хорошо, а учиться раздолье. Просто, кабы деньги, опять бы поехал. Сейчас я его даст за границей. Что же там, реки сытовые, берега кисельные? Нет, этого нету. И птицы сирен не видал. Нет, вы говорите, что там хорошо. Значит, нам надо наехать туда. Поедемте, господа. Поедем, и я с женой поеду. Это должно к стыду вашему приписать, что вы семейных людей обязанных смущаете. Нас, а мы вот не поедем. И прекрасно сделаете. И почему не поедем, вам этого не понять? Вот почему. Во-первых, Замоскворечье, моя родина. Вот, вот. Ой. А во-вторых, у нас промежду собой нежность есть. Все мы всегда вместе. Вот и теперь сидим, играем, чаек пьем. Может быть, и ромцу подадут. Дружеский, приятельский, вот где рай-то. Тихо, смирно, благодушно, душа в душу. А что ты ему в карты-то смотришь? Что ты ему уж больно подслуживаешься? Уж не банкротится ли он задумывает? Да очнись. Типун бы тебе на язык. За такие слова я с тебя бесчестья потребую. Тетенька, да что ты, тетенька, тетенька, милый. Держи карман-то! Вам, оружейникам, обанкротится все равно, что нашему брату рюмку водки выпить. Да ты! Говорил бы кто-то, не ты. Ты сирот грабишь, с закладами только живешь. Я прошу. По 10% в месяц берешь. А ты фальшивые документы составляешь. Тем и состояние нажил. А ты уж судился за лихвенные проценты, а? А ты всем сенатом ябедником признан и в газетах публиковано. Процентщик Кощей Иуда! Вор! Вор! Открываешься там! А ты старшинник! Ради бога, вы, папенька, папенька, ну что, играйте! Не хочу я с мошенниками играть! Папенька, ну как же вы так-то, Ну будет! Пошутили и будет. Ну будет. Садитесь играть. Садитесь. Садитесь! Вот тебе и душа в душу. Пересдать карты, тогда я сяду. Ну, пересдайте. Пересдать. Кирюша, прощай, брат. Ну, пойдем, я тебя провожу, пойдем. Кирюша, ты в самом деле нас рамком бы попорчил. Где Ром-то? Где Ром-то? А деньги-то есть ли у тебя? Вот так-то ты в моей родне помнишь. А где же взять-то? Где же взять-то? Эх, горе какое. Что же делать-то? Брат, нет ли... На вот, последние. Я-то как-нибудь добуду. Ну, спасибо. На, пошли скорее. Ну, помни это. Да, брат, деньжонками совсем порастроился. Но у меня будут, я тебе отдам, непременно отдам. Ну, прощай, брат. Прощай. Да, увидаться бы. Мне бы деньги-то тебе. Да уж не знает, придется ли. Ах, Кирюша, подымайся как-нибудь. Бедность страшна не лишениями, не недостатками, а тем, что она сводит человека в тот низкий круг, в котором нет ни ума, ни чести,
ненравственности. Ну, прощай. Прощай. Спасибо тебе. Спасибо. Легче было бы на свете жить. Что, дети? Маменька. Ну что мы без доктора-то знаем? Все в жару. Теперь уснули. Ах, сиротки, сиротки. Вот и мать-то от того умерла, что пропустили время за доктором послать. Побежал тогда к отцу, говорю, батюшка, жена умирает. За доктором послать денег нет. Не надо, говорю, все это вздор. Вот так уморили у меня мою Глафиру. Ну, не тужи, Кирюша. Может быть, мы как-нибудь и поправимся. Да вот, коли тесть денег даст, оживит. Я к нему приставал. С тобой, говорит, поплачусь. Ай, хоть половину бы дал, даже хоть и меньше. Все сколько-нибудь времени без нужды бы прожили. А денег-то у меня, Кирюша, немного осталось. Вот 2 2-гривенных, 5 алтынный. Да меди сколько-то. Завтра же к тестю пойду. Не даст чести, ну, за ворот возьму. Где уж тебе? Ты лучше попроси его хорошенько. Взять бы с него, что придется, да и развязаться бы с ним. А тебе много писать-то? Да всю ночь пропишешь. Это ведь не свое дело-то, за деньги. Да. Еще слава богу, что работу дают. Вот набрал сколько. Рублей нашесть. И как тут двери стукнул? Не слыхал ты? Будто стукнул кто-то. Кому бы это? Твой тесть. Кирюша, тереби его хорошенько, а я пойду. Ну, я прежде с ним лаской, а теперь грубить стану. Право, маменька, грубить стану. Помешали, что ли, тебе? Нет, ничего. Мне и так всю ночь сидеть. Что хорошенького скажете? Дай присесть-то, потом и разговаривать начнем. Надо тебе будет одну бумажку подписать. Да что вы мне все носите бумаги подписывать? А деньги-то когда же? Ну хоть что-нибудь дайте. Что теперь с меня взять? В упадок пришел, а теперь брат.
невинно упадший. Хоть в работники к тебе, так в ту же пору. Ну, что же со мной, папенька, делаете? Ведь мы же нищие совсем. Что же, брат, делать-то? И я нищий. Божья воля. Я ведь не злостный, не умышленный, а несостоятельный, невинно упадший. Да кто вас несостоятельным-то признал? Подставные кредиторы, которым вы дутых векселей надавали? Зажали деньги-то, папенька. Пожалейте хоть внучат-то. Вон они больные лежат. Тише ты, тише. Не же так говорят со старшими. А ты по заповедям живи. Старых-то почитай. Да мне с детьми-то по миру приходится идти. Вы меня приданым обманули. Денег ничего не дали. Ну, я этого и не ищу. Ну, а мои-то где? Мои собственные дом-то где? Что ты кричишь-то? Ведь я взаймы тебе не брал. Ведь ты мне на дело дал. Разжиться захотела, а оборот это дело обоюдное. Либо наживешь, либо проживешь. Вот мы и прожили. Папенька, отец благодетель, у вас деньги есть. Вы припрятали, много припрятали. Не дайте нам умереть с голоду. Что говорит, деньги есть, как без денег жить? Я ж не дурак. Вот сами говорите, что у вас деньги остались, а у меня нет. Ей-богу, ничего нет. Да хотя остались, а все-таки я тебе не дам. Надо же нам со старухой как-нибудь век доживать. А умрем, все ваше останется. Что вы за разговоры завели? Вот десятый час. Ну вот и предложите зятю-то, коли в нем человеческие чувства есть, пусть подпишет эту бумагу, да. Есть в тебе чувства, Кирилла. Говори. Заплачь. Что ж ты не плачешь? Твое теперь дело такое, сиротское. Придется и в ноги кланяться. Заплачу. Право, заплачу. Кирюша, отец я тебе или нет? Благодетель я тебе был? Папенька, 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 что вы? Что вы? Читай бумагу. Я, ниже подписавшийся, будучи убежден вполне обстоятельствами дела, что несостоятельность бывшего купца, а ныне мещанина Пуда Кузьмина, сына Боровцова, произошла от разных несчастных случаев. Зная его всегдашнюю честность, болезненное состояние... Вот видишь, видишь? Признаю его невинно упадшим и иск свой по расписке в 5000 рублей ассигнациями и претензию о доме сим... Совершенно и навсегда прекращаю. Вот, Кирюша, какое дело-то? Что ж, я и не знаю, как же мне быть-то? Подпиши, да и все тут. После всякого доброго дела на душе легче бывает радость эдакая. Папенька... Ну, как же это вот так от всего и отказаться? Чужие вы, что ли? Что ж, забуду я, чай, такого твое благодеяние? Чай, мы христиане. Значит, папенька, я теперь только должен буду вашим словам поверить, что вы меня не оставите. Ну, а как же не поверить-то, чудак? Уж я тебя потом... Уж озолочу потом. Ну вот, папенька. Руки трясутся. Ну, смотрите, папенька. Я душе вашей верю. Ну вот и конец. А ты сомневался. Видишь, какой благородный зять-то у тебя, поскольку за раз дарит. Ты, Кирюша, парень хороший. А я думал было, что ты заломаешься. Ведь и другие тоже пишут, что ты. Да даром ты еще никто не подписывал. Как? Разве вы платили? Ну, а как же? Кому половину, кому 25, глядя по характеру.
А я думал, что ты тоже даже заломишь. Так приготовил было тыщенки две и с собой захватил. Заткнуть, мол, ему рот, чтоб не шибко кричал. Ой, так они с вами. Дайте папе, дай, ну хоть тысячу дайте, я живу. Другим годятся, кто посердите. Ишь ты, дай ему тысячу. Легко сказать. Ты, видно, счет в деньгах-то потерял. Тысяча-то это много денег. Вы уже отложили, хотели дать. Ну что вам стоит? А ты трудись. Я тружусь. Ночами сижу. Дайте денег, папенька. Дайте денег, папенька. Дайте. Я докажу. Я донесу. Вы меня ограбили. Каких тебе денег? Мы с тобой квиты. Я что, грубиянить старшим ты можешь? Ты б грубиянил давеча, как право имел, пока не подписал. Тогда я тебе клонился. А теперь ты мне клонишься. Был я у тебя в руках, не умел пользоваться. А теперь прощай. Ну что смотришь? Да что, что толковать-то? Дело покончили. Пойдем. Постой. Так не уйду, не бойся. У меня тоже ведь чувства есть. Свои дети были. На вот, купи детям что-нибудь сладенькое. А. Прощай, Кирюша, спасибо тебе. Но лучше бумагу ты ловко написал. Станешь читать, так слеза пробивает. Прощай! Детки мои, детки, что я с вами сделал? Вы больные, голодные, вас грабят, а отец помогает. Мне бы самому людей грабить да вас кормить. Меня бы и люди простили, и Бог простил, а я вместе, заодно с грабителями, вас же ограбят. Маменька. Маменька. Что ты, Кирюша? Маменька, посидите со мной. Что ты? Что ты, Бог с тобой? Ведь приносил деньги-то. Ну, так что же? Зачем вы меня на свет родили? Ведь я же не взял денег-то. Что ж ты наделал, варвар? Что ж ты с нами-то сделал? Принесли мне бумагу какую-то, сунули мне, я и подписал. Эки злодеи, эки злодеи, на кого напали? Кого обидеть-то захотели, Бога они не боятся. Ой, маменька, что-то мне грудь схватило. Ну вот, и нищие мы теперь, нищие. Не ропщи, Кирюша. А? Умереть бы. А дети-то? Да, дети. Ну, в
Что пропало, то пропало. Ты посиди, отдохни, потом примешься за работу. Да нет, когда отдыхать-то некогда, дело-то не терпит. Ну, маменька, пусть они пользуются. Не разбогатеют они на наши деньги. Вот примусь я теперь трудиться. Ну, день и ночь работать буду. Только вы посидите со мной. Посижу, сыночку с тобой просижу. А по справке оказалось при прошении поданном в Калининск, ой, вот нет-нет, да вот так за сердце-то и ухватит. Уж очень денег-то жалко. Кирюша? Да? Я с тобой поговорить хочу. Говорите, маменька. Ты вот теперь обязан семейством. У тебя мать старуха. Да? Ты уже очень совестлив, как погляжу я на тебя. Нынче так жить нельзя. Ну что же с этим делать-то? А вот что, Кирюша, ты меня послушай. Никакая мать своему сыну дурного не пожелает. А коли посоветует, так уже этот грех на ней будет. А сыну Бог простит. Теперь ночь, мы с тобой одни. Ты видишь нашу нужду. Переломи, Кирюша, себя. Бери взятки. Я за тебя, Кирюша, Бога умолю. Я каждый день буду ходить молиться за тебя. Я старуха. Что вы, маменька, говорите? Конечно, мать-то должна добро учить. Но ты, Кирюша, не брони меня. Видит-то нашу горькую бедность. Прости. Прости. Душа-то у тебя какая чистая. Ой, нет, маменька, вы просто меня любите. Вот вам кажется, что у меня душа чистая. Стыдишься, брат-то? Ай, был у меня стыд. А теперь уже давно нет. Так отчего же бы тебе? Да вы думаете, я не взял бы. Чего же ты боишься? Взял бы, маменька, взял бы. Так бери. Бери. Вот тебе мое благословение. Ах, маменька, взял бы я, да... Не дают. Ну, за что мне дать-то? Кто-то стучит. Отпирать ли? Уж не тесть ли воротился? Отоприте! Чиновник Кисельников. Здесь. Пожалуйте. Вы, господин Кисельников. Точно так. Очень рад. Пожалуйста. Вы, должно быть, очень бедно живете. Сами извольте видеть. Да. Но это может поправиться. У меня много частных поручений. Если хотите, можете заниматься у меня. Вам 1000 рублей в год будет. Как вы изволили сказать? 1000 рублей. Мне? 1000 рублей-с? Это благодеяние такое-с? Ну. Я, помилуйте, так благодарен. Что? Позвольте узнать, с кем говорю-с? Это вам все равно. Вы узнаете после. Пожалуйста. Что это у вас дел-то сколько? Наработас, ведь надо чем-нибудь жить. Оно так, а все-таки брать на дом дела-то неловко. Запрещено законом. Коли вы поверены в делах, то должны знать, что не всякий закон исполняется. Ну, конечно. Вам верят, вы человек честный, от того-то вам и дают. Да тут и дела-то все неважные. А вот у вас есть дело Черноярского.
Откуда вы знаете? Я только сегодня его взял. А мне все известно. Покажите мне его. Да как же можно? Ну, покажите, покажите, чего вы боитесь? Вон оно у вас в платке завязано. Ну? Вот дело Черноярского. Это дело слишком во 100 тысяч. Как же его вам поверили? Отчего же не поверить? От того, что тут есть документ. Если его испортить, так все дело пропало. Как же это испортить? А вы не знаете? Ну, взять написать что-нибудь. А потом ножичком-то и подчистить. Вот какие дела доверяют. Ай-яй-яй. Да как можно? Такая фальшь. Да кто же решится? Кто решится? Дадут 3-4 тысячи, так всякое решится. У меня и руки-то не поднимутся. Вот вам 3 тысячи. Марайте документ, пишите что-нибудь. Это помилуйте, что вы... Садитесь. Садитесь, садитесь, помилуйте, чего вы боитесь. Садитесь. Вот деньги. Сосчитайте прежде. Зачем? Сосчитайте, сосчитайте, я вам говорю. Сосчитайте. Ну, сколько? 3000. Ну и положите их к себе в стол. Нет, зачем? Зачем? Не нужно бы, ей-богу, ну, бери, бери, после спасибо скажешь. Ей-богу, не нужно бы. Господи, что я делаю? Так, теперь бери перо, пиши что-нибудь. Что-нибудь пиши, это все равно. Написал. Так. Вот ножичек. Почисти, чтобы видно было, что тут была подпись. Вот так вот. Вот, вот. Вот так. Вот и все. Вот и довольно. Знаешь ли, что ты наделал? Не знаю, ничего не знаю. Уж вы не погубите семейство. А то руки, видите ли, у него не поднимутся. Я и не таких, как ты, покупал. Ведь ты, знаешь ли, ты мне за 3000 полтораста тысяч продал. Теперь с нас по этому документу немного взыщет. А пойдет следствие о подлоге, так опять-таки нам выгода. Так что дело-то затянется. В Сибирь ты пойдешь все-таки ты, а не мы. Нет, как же... Позвольте, куда же вы? Я еще в себя не приду. А что мне тут сидеть с тобой? Утешать тебя, да? Да ты не бойся, мы за тобой будем следить. До Сибири-то мы не допустим. Ой. Деньги пока не сори, чтобы подозрения не было. Прощай. Что я наделал? Ой. Ой. Что я наделал? Ой, теперь уже ничем. Ничем исправить нельзя. Дрожь какая-то.
Уж не подсыл ли это? Сейчас же могут приехать. Накроют меня. И с деньгами. А может, и номера записаны. Вот когда лихорадка-то. Ну, а если и не с подсылом? Как я дело в суд-то понесу? Стал начальник, как взглянет, сейчас же меня и арестуют, и с детьми повидаться не дадут. Ой, ой. А там решение чинов, каторга, станут над головой шпагу ломать. Ах, ну вот. Вот и колодник. Ух ты. Ух ты, батюшки. Ой, как зубы-то стучат. Ах ты. Да и холодно что-то у нас. Спрятать. Убрать. Убрать нужно дальше. Куда? Вот. Так вот. Спрятать. Деньги. Спрятать. Маменька! Маменька! Деньги! Вот, вот. Да какие это деньги-то? Деньги тут много. Да вижу, что много. Да откуда они у тебя? 3000. Спрячь куда-нибудь подальше, чтоб не нашли. Да куда я их спрячу-то? Ай, боже мой! Ну, по щелям за обои в тряпки заверните. Спрячу. Спрячу. Нигде не найдут. Да где ж ты взял? Взял. Вот тут вот барин. Барин приходил. Ой. Ой, маменька, как мне страшно! Ох, Ильюш, ишь, ты весь дрожишь. Да что с тобой случилось-то? Та-та-та-та-та-та-та. Ах, я дурак. Ведь я, может быть, еще и не попадусь. Побегу я сейчас в суд, положу дело в шкаф. Дежурный, ты спит теперь? Где фрак-то? Здесь, Кирюша! А поснется дежурный, скажу, что забыл что-нибудь. А сам дело тихонько и суну в шкаф. А потом скажу, что не брал, не брал. Сделал одну подлость, сделаю другую. Постой, а? Куда ж ты без галстука? Дай я завяжу. А? Там двое видели, как я брал. А я запрусь. Запрусь. Скажу, что не брал. Не брал. Запираться нужно, маменька, запираться. Да что ты, Кирюша, да что ты, господь? Да, маменька, ведь я на волос от каторги. Вот, завтра. Завтра, может быть. Ай.
Папенька, я преступник, уголовный преступник. Кирюша! 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 Сматюшка, тебе много ли годов-то? 60 скоро. Ну да, так. Я тебя одним годом моложе. Сватья, манишки нынче в цене мужские. Что мудреного? Все носить стали, вот они и в цене. Вот ты его шила, а мы продавать стали. Где уж мне шить-то? Я и вижу-то ничего не вижу. Что это Лиза не идет? Вышивание понесла, да вот и замешкалась. А я уж и боюсь за нее. Одна ведь по Москве-то ходит. Ну что ж такое, ведь не в лесу живем. Москва-то хуже лесу. Ты чем нынче торговать-то будешь? Да вот, две жилеточки стареньких, да утюг, да еще гвоздиков стареньких кулечек набрал. Вот сватья, чем под старость торговать-то пришлось. А богат я был по-прежнему-то времени. Очень богат. Да мало показалось, за большим погнался. Не захотелось платить тем, кому должен был, так за это вдвое заплатил, кому и вовсе должен не был. И начали меня судить, и начали мытарить. И яма-то ему мало, и вострок-то его. Я говорю, возьмите все, только душеньку отпустите. Так и вышел я из этого дела, чист, как из баньки. А, вот тебе броши. Два-ста я тогда обидел, ни за что, ни прошло. Себе пользы не сделал, а вас ограбил. Молчи ты, ну очнется да вспомнит. Не один раз я это от тебя слышала, надоело уж. Да уж очень обидно. Кирюша, пойдем торговать. Пойдем, 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 пойдем. Ты так жилетки-то не держи. Долго ли до греха? Потеряешь, либо кто вытащит. А ты их надень на себя, сверху. Ага. Одну на другую. Ага. Ага. О, а я покуда самовар уберу. Ну вот, теперь пойдем. Пойдем, пойдем. А. Талан, Доля, иди за мной, ты будешь счастлив, я буду счастлив. Вот хорошо, Талан, это я его научил. Иди за мной. Прощай, сватья. Я буду счастлив. Талан, Доля, иди за мной, я буду счастлив, ты будешь счастлив. Талан, Доля, иди за мной. Что это право Лиза не идет? Сердце у меня не на месте. Какой барин? Зачем к нам барин? Делать-то, видно, ему нечего. Нет, он кажется добрый. Добрый, все они добрые, только упаси нас, Господи, от их доброты. Что вам, батюшка, нужно? Это ваша дочка. Дочка ли чужая, никому до этого дела нет. Да и мне все равно. Только если вы ее любите,
Так одну не пускайте по улицам ходить. Вот сейчас какие-то господа подхватили ее на бульваре под руки. Ведь она так испугалась, что и слова не вымолвит. А они идут, песенки распевают, на всех посматривают. Вот хорошо, что я подъехал. Покорнейше вас благодарю. Так вот я вам советую, вы ее вперед одну не пускайте. А с кем же, батюшка, нам ее отпускать? Отец болен, я стара. Она одна работает, одна нас кормит, одна и работу свою в магазин носит. Нужда, батюшка. Вижу, что нужда. Мне кажется, что я вас где-то видел. Мне ваше лицо очень знакомо. Были деньги, так и нас люди знали, а потом все бросили. Вы меня простите за нескромность. Позвольте узнать вашу фамилию. Кисельникова, батюшка. Кисельникова? И вы не матушка ли Кирилла Филипповича Кисельникова? Точно так. Боже мой. Боже мой. Жив он? Жив-то жив. То уж вы лучше не спрашивайте. А вы сами-то кто такой будете? Погуляев. Ну, помните, я часто бывал у вас студентом. Потом один раз был у него у женатого. Вот теперь я адвокат, стряпничеством занимаюсь. Помню, батюшка, помню. А не скажите вы, ни за что бы не узнала. Ну вот, поглядите на наше житье. А что же такое с вашим сыном сделалось? Семья, батюшка, да родные Кирюшу сгубили. Тесть у Кирюши все деньги отобрал. Тут жена умерла, захворали дети, а жить-то ведь чем-нибудь нужно. Тут как на грех, и подвернись, чей-то поверенный. Сунул Кирюше 3000 денег, а тот от бедности да от горького житья и прельстись на деньги-то, да фальшь какую-то в суде и сделал. И напал на него страх, суда очень боялся. Так и помешался в рассудке со страху. А какого же рода у него помешательство? Ничего не помнит, что с ним было. Никого почти не узнает. Бегает, суетится, прости господи, как зверек какой. Пуговиц, гвоздиков наберет. Бежит на рынок торговать, принесет копеек 5-6 денег. Детям, говорит, берегите. Детям. Как всю жизнь он только о детях хлопотал, бедный. О том лишь и помнит. А я уж и детей всех прихоронила. Одна вот только у меня и осталась. Так это его дочь? Угу. Позвольте на вас поглядеть хорошенько. Я вашего папеньку знал. Молодым, красивым. Разве он был когда-нибудь молод? Что ты, глупенькая? Все были молоды. Я не то хотела сказать. Не то. Я никак и вздумать его не могу. Чтоб он был молод. Он был щеголь, веселый. Бабушка говорит, что и деньги у него были. А теперь вот нет. У вас есть деньги? Есть. Где же вы деньги взяли? Вы нашли? Или вам кто-нибудь дал? Я за работу получал. Вот и накопил. За работу очень мало дают, накопить нельзя. Я вот очень много работаю, а денег дают мало. Наша работа больше вашей ценится. Вот что? Укажите мне работу такую, за которую вы больше платили. А то, вот посмотрите, какая комната. Вон бабушка, как она одета. У нас ничего нет. Я вот работаю, работаю. Как из нужды-то не выберусь? Перестаньте, перестаньте.
потолкуем так, без слез. Легко вам говорить без слез. Да, что толковать? Нам, бедным людям, толковать некогда. Вы мне работу дайте. Я вам найду работу. Погодите. Найдите. Только поскорей. Если найдете, я вам буду очень благодарна. Поищу. Поищу. А сами-то вы себя устроили? Не совсем. А чего же вам не достает? Счастье. В память старого знакомства не откажитесь от меня принять вот эту малость. Ну, коли деньги есть, а счастья нет, так жить еще можно. Покорнейше вас благодарим, что нас, сирот, вспомнили. Навещайте. Куда же вы? А я еще хотела поговорить с вами. Вы извините, мне надо идти. Я зайду к вам. У меня есть дело. Вы не привыкли видеть бедность. Вам тяжело с нами. Ну, ступайте. Ступайте. Что это, Лиза, как ты груба? А со мной? Кто ласков, кроме вас? А чем же он-то не ласков? Посмотри, он нам денег дал. На его деньги нам весь век не прожить. Лучше бы он мне работу дал. Ох, у тебя и так работа из рук-то не выходит, а тебе все мало. Хоть бы ты себе отдых дала. Отдых? Нет, отдыхать некогда. Да и нельзя. После отдыха эта работа противна становится. Что ты, Господь с тобой? Да, противно. Вы думаете, мне самой погулять-то не хочется? Вы думаете, мне не завидно, когда другие-то гуляют? Ну как чай не завидно-то? Нет, нет, я вас знаю. Вы думаете, я с радостью работаю, что мне это весело. Вот вы думаете, я святая. Ах, бабушка. Святая, святая и есть. Ах, бабушка, боюсь я, боюсь. Чего же ты, душенька, боишься-то? А вот, боюсь, надоест мне работа. Опостылит. Тогда я ее брошу. Господи, сохрани ее и помилуй. Бабушка, давайте молиться вместе. Трудно мне, трудно. Конура! 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 Что ты? Что ты, Господь, с тобой? Вот я пришел. А... Деньги? Вот, взял, спрятать. Да где ж ты взял столько денег? Товара-то у тебя всего на какой-нибудь рубль было. Нет, товар здесь, товар не продали. Где ж ты взял? Там, барин такой. Приятель твой, Погуляев. Нет. Так это не он тебе деньги дал? Да, деньги вот. Только он не Погуляев, он Грознов. Барин? Сосед наш? Это богач-то? Да, богатый. Дом. И все лакеи. А за вот... что ж он тебе дал? Так, на бедность. Да, ты, говорит, в конуре живешь. Угу. И дочь, говорит, свою в собачьей конуре держишь. Вот, говорит, ей флигель. Хороший. И тебе, говорит, и всем вам. Хочешь, говорит? Я хочу. Я пойду, я сейчас соберу вещи и пойду. Постой, Кирюша, не ходи. Погодите, бабушка. Как он сказал? Дочь твоя в конуре живет? Да, в собачьей, говорит, конуре. А ей, говорит, вот как надо жить. Вот какой дом. Она, говорит, красавица. Что ж бы это значило, никак я не пойму. Подумайте, бабушка. Ума не приложу. Ну, так я вам растолкую. Это дело касается меня.
Одной меня. Тебя. Да как же это? Я ему давно нравлюсь. Да ведь он женатый. У него жена в Петербурге. Ну так что, что женатый? Ах, бабушка, уж не пришло ли вам в голову то, что он жениться на мне хочет? У него, вон говорят, 100 000 дохода. При таких-то деньгах все купить можно. Ах, батюшки, вот беда-то. Что же нам делать-то? Думайте, бабушка. Ох, нет. Нет, меня ты не спрашивай. А кто же меня, бабушка, на ум наведет? Молода ведь я. Какие у меня силы, какой у меня разум. Ох, не знаю я. Думай сама об себе, как тебе лучше. Ну, я все собрал. Я пошел. Таландоли, иди за мной. Я буду счастлив, ты будешь счастлив. Таландоли, иди за мной. Я... Погоди! Стара стала. Кости мои покоя просят. Теплую бы комнатку мне. Да уход бы за мной. Да на тебя бы поглядела, на нарядную, да на богатую. Ох, не слушай ты меня, старую дуру, не слушай! Кто же мне теперь поможет? Стою-то ведь я над пропастью. Удержаться-то мне не за что. Ох, спасите вы меня, люди добрые. Бабушка, да поговорите же вы со мной что-нибудь. Ах, как вы вовремя. Совета мне надо спросить, а не у кого. Помогите мне. Я затем и пришел. Да что ты? Что ты? Разве говорят такое посторонним-то людям? А, так это значит очень дурно, если не говорят. То хорошего только крайность заставляет. Да что такое? А уж я и не знаю, как вам сказать. Тут барин один, богатый, предлагает нам даром квартиру и хлеб. Так вот мы и не знаем, переезжать ли нам. Он мне денег дал и еще даст много. Говорите со мной, он вас не узнает. Так вы моего совета спрашиваете. Что лучше, стыд или нужда? Стыд, говорят, скоро проходит, а нужда вечно точит, покоя не дает. Я вам вот что посоветую. Не думайте ни о том, ни о другом, а подите замуж за меня. Замуж? Вы не шутите? Что за шутки? Мы так бедны. Так несчастны, что с нами шутить грех. Нет. Я решился твердо. Давайте руку. Вот так. Я как ушел от вас, все ходил по улице, да думал. Вот и решился. Вот радость-то. Привел-таки меня Бог счастья дождаться. Не дал в горе умереть. Бабушка, бабушка. Оно, знаете ли, было бы гораздо лучше, если бы вы меня любили. Ведь вы меня не любите. Вы от нужды за меня идете. Все равно. Я ведь никого не люблю. Вы меня умнее. Вы сделайте так, чтобы я вас полюбила. Да что же вы меня не пускаете? Кто ждет теперь? Говорил, я ждать буду. Да куда теперь идти? У нас Лиза замуж выходит. Замуж? За кого? За кого? А вот погляди, за кого. Это приятель твой. Здравствуйте, Кирилл Филиппович. Да погляди ты на меня хорошенько. Помнишь? Ну, помнишь, Погуляева. Ой, я к барину пойду. Ах, чудак ты этакой. Ну, помнишь, учились вместе. А помнишь, в нескучном саду гуляли? А помнишь, я у твоей жены на именинах был?
не помнишь. Но все равно давай снова знакомиться. Давай руку. Вот так. Ну вот мы и приятели. Ты мне денег дал. Вспомнил теперь? Хоть бы он немножечко очнулся бы. Порадовался бы, бедный. А ты на мои деньги тестю рому купил. Чудак ты этакой. Погуляю в деньги дал. Так я Погуляев, ты и есть. Жена-то у меня умерла. Умерла. Слышал, слышал. Слава Богу, очнулся. А на дочке вот я женюсь. Маменька, Лиза, это правда, он женится? Правда, Кирюша, правда. Ну вот вы ко мне и переезжайте, будем жить все вместе. А я упал, обнищал, брат, под судом, за подлог, за подлость. А ты вспомнил нас, приютить нас хочешь? Ну, спасибо тебе, спасибо. Папенька, благословите меня. Господи, Господи, не было мне счастья. Весь век не было. А вось на твою долю, Лизонька, счастье выпадет. Мир честной компании. Ну, брат Кирюша, с тебя спрыски. Что ты приуныл? Это-ка тебе счастье, а ты нос повесил. Да, счастье, счастье. Да как же счастье? Квартира будет хорошая, хлеб дорогой. Дочку пристроил, у богатого барина нужды знать не будет. Одно слово — Грознов. Всю нашу Палестину купить может и выкупить. Нет, не Грознов. Да что так нервничаешься, я-то знаю. Торговал ты хорошо, барыши у тебя большие. Вот за это Магарыч с тебя. Веди в трактир, угощай чаем. Погуляев, ты возьми к себе матушку и Лизу. А меня не бери. Отчего же? Знаешь ли, кого ты пригреть хочешь? Ведь мы с тестем мошенники. Кирюш. Мы все продали. Себя, совесть. Ведь я была... Дочь продал. Мы еще, пожалуй, украдем у тебя что-нибудь. Ты нам изредка иногда давай по рублику на товар наш, а больше мы не стоим. Что ты, Кирюша, Господь с тобой! Папенька, не оставляй тебе нас! Ну, что ты за вздор говоришь? Нет, Погуляев, нет, бери их, береги их, Бог тебя не оставит, а нас гони. Гони! Мы вам не компания, вы люди честные. У нас есть место, оно по нас. Убери товар-то свой. Пойдем. Вы живите с Богом, как люди живут, а мы на площадь торговать, божиться, душу свою проклинать, мошенничать. Что смотришь? Пойдем. Прощайте. Талант, Доля, иди за мной, я буду счастлив.